И наш следующий этап резки ламинации, это когда уже у нас вырезано изображение по контуру, но нам нужно каждое заламинировать и вырезать уже с большим полем вокруг, чтобы изображение не вываливалось из-под ламинации. Давайте вместе пробовать. Далее для нашей супертехнологии мы берем коврик PixCan для Камео и наши уже заламинированные изображение и выкладываем его на коврик PixCan. Вот мы выложили наше изображение на коврик PixCan заламинированное. Теперь будем фотографировать, загружать в программу и задавать контур резки. Видео, как загружать изображение на коврике PixCan, у нас есть на нашем канале. Можете с ним ознакомиться. Мы вот сделали все по правилам. Загрузили наше изображение. Вот здесь показаны калибровочные метки для резки. Понятно, что ламинация бликует. Сейчас мы добавим контур для резки и попробуем вырезать, по контуру уже заламинированные наши изображения. Вектор рисуем вокруг каждого изображения либо кружочками, либо трассировкой. Я нарисовала кружочки с помощью функции эллипс и сделала контур резки шире, чем само изображение. Это нужно для того, чтобы вот этот лист с бумагой не вылетал из-под ламинации, и здесь оставался контур. Соответственно, этот круг можно делать больше или меньше. Теперь отправляем на резку. Далее у нас во вкладке «Отправить» появляется наш коврик PixCan и контур, который должен быть вырезан. Здесь я делаю настройки для своей ламинации. У меня уже внесены некоторые настройки. Например, вот здесь 80 микрон, тонкая бумага. Я ранее на этих настройках резала. 100 микрон ламинация режется, скорее всего, в два прохода. И на вылете 6. Я поставлю 7 и 2 прохода. Плоттер пошел на считывание меток на коврике PixCan. И далее на калибровку ножа и нарезку, то есть метки считались корректно. Вот наша ламинация вырезалась. То есть чем меньше бликов, чем чище коврик PixCan, чем лучше вы задали контур, тем четче будет резка. Эта функция рабочая, она позволяет вырезать наши заламинированные изображения. Вот мы вырезали ламинацию 100 микрон в два прохода. Настройки я показала в программе. Шикарный вариант с ковриком PixCan.